тряхнули стариной полтысячи Дедов Морозов. Они собрались на Пушкинской площади, чтобы поучаствовать в ежегодной акции. На этот раз в «Бородатом 6» нашествии участвовали не только организаторы, сотрудники Краевого департамента молодежной политики, но и все, кто облачился в волшебный наряд. Два часа Деды Морозы мерились силами, раскладывали подарки, стреляли из лука и пытались друг друга перетанцевать. Стимул для такого разогрева был. Трем самым активным дедушкам вручили по телевизору. А пока подводили итоги, под елкой все желающие читали новогодние стихотворения. На несколько минут ступеньки у главного входа в Краевой парламент стали красно-белыми. Устроенная в честь 20-летия ЗСК мега-селфи не только впечатлила участников, но и привлекло прохожих. После совместного снимка Деда Мороза вместе с остальными символами Нового года, снегурочками, овечками и елкой прошли маршем по главной улице города.